К началу матча. Перейдем к составам буквально через тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Началу матча. Перейдем к составам буквально через тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Началу матча. Перейдем к составам буквально через тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Началу матча. Перейдем к составам буквально через тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Началу матча. Перейдем к составам буквально через тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Началу матча. Перейдем к составам буквально через тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Началу матча. Перейдем к составам буквально через тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Бонавентура. Родригес. Рикардо Родригес.
Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. К началу матча. Перейдем к составам буквально через тактику. Смело они выбрали высокий прессинг. Как козырь, разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять.